29 декабря в актовом зале районной администрации прошел торжественный предновогодний прием. Среди гостей – почетные граждане района, руководители первичных и общественных организаций и председатели советов старейшин. С наступающим Новым годом и Рождеством собравшихся поздравили депутаты Законодательного собрания края Андрей Куемжиев и Сергей Орленко. Праздник этот семейный, поэтому хочу, чтобы в семье каждого из нас царила любовь и гармония, чтобы нас любили, и мы тоже любили своих близких, чтобы в нашем доме всегда был мир, благополучие, здоровье и процветание. Знаете, вот хотелось бы, чтобы все плохое, все вот эти вот невзгоды и беды остались вот в текущем году, а по традиции мы всегда желали одного – мира, добра и благополучия в следующем году. Особый праздничный тон мероприятию задали выступления артистов местных домов культуры. Каждый из гостей внес большой вклад в развитие Северского района. В 2022 году они продолжат трудиться на благо муниципалитета. Хочу вам пожелать всего самого хорошего. И дай вам Бог, коль это в его власти, здоровья, долгих лет, любви и много-много счастья. Спасибо. В этот день прозвучало много поздравлений и пожеланий, в надежде, что с собой Новый год принесет только самое хорошее.